5 лет назад с редакцией газеты «Саровская пустынь» мы решили отправиться в Керженские леса, в Ветлужскую тайгу, чтобы попытаться распутать одну ниточку из запутанного клубка сведений о старце Федоре Кузьмиче, о котором мы уже рассказывали в наших прежних передачах. Мы поехали исследовать одну легенду, а наткнулись на совершенно другую историю. Еще древнее, еще запутаннее и еще загадочнее. Но сначала скажу о некой мистической прелюдии. За несколько дней до поездки мне подарили большую икону святых Фрола и Лавра, покровителей коней и других животных, написанную на старинной деревянной доске. На время я перенес ее в редакцию газеты. Вы можете не верить, но перед нашим отъездом она стала благоухать. И тому есть свидетели. Теперь представьте мое удивление, когда со стены древнего храма в селе Троицком, расположенном на крутом берегу при слиянии рек Устои и Ветлуги, с точно такой же деревянной иконой на меня взглянули Фрол и Лавр. Я чуть не споткнулся. Потом оказалось, что в Троицком есть свой конный клуб и целый зоопарк разных животных. И все это хозяйство, и восстановленные кровли храмов, и гостиницы, казалось бы, богом забытом селе, дело рук супругов Пироговых, подвижников, предпринимателей, переехавших сюда из Нижнего Новгорода. А вот и одно единственное старинное каменное надгробье в храмовой ограде. Собственно, ради него мы сюда и приехали. А начнем издалека. Многим зрителям известно, что вторым царем в династии Романовых был Алексей Михайлович по прозванию Тишайший. Но не столь широко известна история о том, что у плодовитого царя Алексея было не 5, как утверждают официальные источники, а 6 сыновей, а по некоторым данным даже 7. При этом ни один из официальных не носил имени Михаил. А между тем, по сложившейся традиции семьи Романовых, старшему сыну всегда давали имя деда. Неужели никого не нарекли в честь Михаила, самого первого из рода Романовых? Да быть этого не может. В устных народных преданиях вообще-то говорилось, что у императора Петра I был старший брат Михаил, родившийся от первой жены Тишайшего Марии Ильиничны Милославской. После того, как первая жена царя умерла, он через 2 года обвенчался с Натальей Кирилловной Нарышкиной. И молодая царица родила первенца, будущего императора и преобразователя России Петра Великого. Так вот, если принять за основу легенду о сводном брате Петра, то неизбежно возникает коллизия. Мы знаем, как раньше боролись за трон. Тут вполне можно допустить, что влиятельные родственники Нарышкиной всеми способами старались расчистить дорогу к престолу своему родному наследнику, убирая с пути чужого. Того самого Михаила, старшего сына царя от первого брака. А что же сам Тишайший царь-отец? Историк и писатель Ключевский так характеризовал его. Царь был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси, но только не на престоле. В преобразовательном движении царь принял позу, соответствующую такому взгляду на дело. Одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую ногу уже занес было за ее черту. Да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Так что же он мог сделать в этом положении? Только одно – поступить, как любящий отец. Здесь не только мы, но и другие исследователи считают, что он спрятал старшего сына от неминуемой гибели на далеких Соловках. Тайком благословил его в своей опочивальне чудотворной иконой и отправил с ним эту икону в дальний путь. Это предположение встречается в различных документах, и в том числе у Мельникова-Печерского. И ведь знал царь, куда направлял сына. Соловецкие монахи, в отличие от тихого и нерешительного царя, крепко держались за свою веру. Вскоре, как нередко бывает, возникла народная молва, утверждавшая, что наследник-то не настоящий, а настоящий Михаил, который не принял реформ Никона, почитает Аввакума и стоит за прежнюю старую веру. Как водится, царевичу приписывались этой молвой лучшие человеческие качества. Что он где за народ,
потому и страдает, потому и скрылся от преследований у старообрядцев на Соловках. Так или иначе, но такое народное мнение о качествах Михаила родилось, скорее всего, из-за жестокости Петра, антихриста, как его называли, а народу хотелось защитника. И если поверить в эту легенду, то становится понятным маниакально упорное желание Петра непременно взять Соловки. На самом деле ему необходимо было устранить опасного конкурента. Как известно, петровские войска более 10 лет осаждали остров, пока не взяли, наконец, монастырь штурмом. Да и то после измены. Но многие из оборонявшихся сумели бежать в Поветлужскую тайгу. По преданию, вместе с ним был и царевич Михаил. Так оказались некоторые монахи близ знаменитого озера Светлояр. Но все равно это не спасло их от царя Антихриста. Он и тут их настиг. И вот тут возникает ключевой вопрос. Кого искал Петр на Керженце? Ради чего пытал и вешал староверов? Хотел бы истребить? Да просто убил бы. А он их жестоко пытал, будто хотел что-то выведать. И еще одна географическая загадка. Есть в Заветлужье еще одно озеро. И называется оно Соловецким. Краевед Николай Мамонтов записал возле Урени историческую песню о Соловецком восстании, полную таких точных подробностей, которые могли знать только его очевидцы. Согласно этой песенной версии, Михаил не погиб, а укрылся вместе с уцелевшими монахами в скиту на месте нынешнего села Троицкого. Так неужели под сим серым холодным камнем покоится Михаил? И какова степень вероятности этого? Кстати, сам протопоп Аввакум часто упоминал некого свята Михаила. Что это за Михаил? Ясно, что человек особенный. Ведь не стал бы Аввакум упоминать малозначащую личность. Теперь давайте поразмышляем. Глухое маленькое сельцо, затерявшееся в непроходимых лесах, и вдруг в церковной ограде находится только одно надгробие, на котором нет ни одной надписи. Почему бы? Было что скрывать, но при этом по бокам плиты высечены колеса. А с торца – венец и факел. Краевед и учитель истории Василий Мухин утверждает. Это знаки высшей власти. Эти же символы есть и над царскими вратами иконостаса Троицкого Зосимо-Саватиевского храма. Мы зашли в храм и внимательно рассмотрели резные изображения короны, скипетра, державы и кортика. Да, это и были символы рода Романовых. Кстати, было бы еще интереснее проследить путь легендарной иконы, которой Алексей Михайлович благословил старшего сына. Местные краеведы твердо уверены, что в Троицкое она попала вместе с соловецкими монахами. Икона эта могла бы сыграть ключевую роль в раскрытии тайны о Михаиле. Но в перестроечные времена она бесследно исчезла. Так кто же все-таки находится под камнем сим? Понятно, что не рядовой монах. Хотя здесь одно время и существовал домовой монастырь казанских митрополитов, но на плите-то изображение царского венца, значит, умерший из царского рода, член царской фамилии. Вот отсюда и свивается главная версия историков. Это могила Михаила Алексеевича Романова, который, как истинный приверженец старой веры, сам себя сжег, уподобившись своему учителю Аввакуму. Самое удивительное, что писатель и государев-чиновник Мельников-Печерский в своем исследовании прямо и четко указал место самосожжения Михаила, решившегося на этот шаг, дабы избавить единоверцев от бесчинств петровского воинства. Трагедия произошла недалеко от озера Светлояр, на небольшой поляне, где стоял старый скит. В нем 4 февраля 1708 года и принял свою мученическую смерть непризнанный царевич и 3 его старших сына. Уцелели жена, царевна Анастасия Урусова, племянница боярни Морозовой, и 3 младших сына. Дело в том, что солдаты, пораженные мужеством Михаила, дали ему перед самосожжением клятву пощадить Анастасию и младших сынков. Они эту клятву сдержали, доложив царю Петру, что сгорела вся семья у них на глазах.
А между тем староверы надежно укрыли оставшихся в живых детей Михаила, наследники которого, дожившие до наших дней, имеют куда больше прав претендовать на престол дома Романовых, чем другие потомки этой династии. Но, видимо, милославские Романовы пока предпочитают себя не афишировать. Не афишируется и другая занимательная страничка, но более поздней российской истории, однако тесно связанная с только что изложенной. И сейчас я вас ею удивлю. Итак, внимание! Есть версия, что когда решался вопрос о гербе Нижегородского наместничества, у фаворита Екатерины II, Григория Потемкина, побывал его дальний родственник, керженский старец Игнатий. С привезенными им документами Потемкин ознакомил царицу. В итоге Екатерина Великая распорядилась переделать проект Нижегородского герба. Учрежденный в 1781 году, он выглядел почти так же, как и нынешний. В серебряном поле гордо идущий червленый олень с рогами о шести отростках. Так вот, эти отростки символизируют шестерых сыновей царевича Михаила. А сам он и есть тот олень. Червленый цвет – цвет царский. Вот такие штуки выделает с нами история. Можно сказать, что не только староверы, но и все нижегородцы, сами того не подозревая, до сих пор чтут память старообрядца Михаила. Но я напомню, что привела нас в Троицкое другая легенда о Федоре Кузьмиче. И вновь поразмышляем. Если знала о Михаиле сама Екатерина, то знал ее любимый внук Александр I, который, вполне возможно, тайно уйдя от суетности мира, мог прийти сюда поклониться праху своего предка, тоже покинувшего венценосный двор, чтобы молиться за царский род и всех православных людей. Вот так слились на крутом берегу при слиянии рек Ветлуги и Устои две неразгаданных тайны, а может быть и больше. Вот, кстати, Саров и Присоровье тоже связаны тонкими незримыми нитями со староверческой землей. Тот же основатель и первоначальник Саровской пустыни Иоанн свою знаменитую миссионерскую деятельность среди раскольников начал в Балыкове, где первый раз повстречался с заволжскими староверами, а потом побывал и у них в гостях. В общем, много, еще много тайн хранит наша земля. И всех их нам никогда не раскрыть. Но я буду всегда помнить, что благодаря этой поездке мы побывали на самом краю тайны, покрытой мраком четырех столетий. Своими руками прикоснулись к древней истории нашей Родины. В заключение хочется привести замечательные слова Александра Сергеевича Пушкина. «Разъезжая по другим странам, ты узнаешь место». Путешествуя по родным местам, ты узнаешь себя.